Закончил Киевский политехнический, Норильский индустриальный, Московский литературный институт имени Горького. Начинал работать учеником слесаря на заводе, закончил директором завода. Лауреат 8 международных и 14 всероссийских премий поэзии, автор 15 книг стихов, кавалер орденов Сергия Радонежского Александра Невского. В прошлом месяце президент Российской Федерации именным указом наградил меня медалью Путина. Синие, 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 из невозможных глубин, береговая линия, и Александр Грин. Что-то еще. По осени солнце не жжет, как оса, в разбитной Феодосии рыжий каштан в волосах. Вечер, погодка купальная, пристань, кефаль, не вода, не акварелька астральная, а с родниками вода. Что-то еще ранимое. Слышишь, как сердце стучит, грустное, неповторимое, и наизусть заучите. Когда случайно заскучал, ищавой лошадью печаль, понурив голову, везет, а в результате не везет. Я взял вина и колбасы, российский сыр, я кабачковой взял икры, и в Крым. Я занят словно телефон, я скучен словно фельетон, и каждый день как серый ком, а жизнь идет на фоне том. И больше нет в душе искры, я это скрыл, ушел, взял ключ и дверь закрыл, и в Крым. А утром дольше спит она, и я закрыл проем окна, и потеплей ее укрыл, ушел, а улицы мокры. Соседи смотрят, а ты раскрыв, и капец крыш, а я расправил пару крыл, и в Крым я взял вина и колбасы, и лохомсы, я кабачковой взял икры. И в Крым. Мы думаем, что только на Донбассе у нас война, но она везде. 4 апреля нынешнего года у нас в Петербурге произошла трагедия. Взорвали поезд метро. Вот. Моя дочь уехала в предыдущем. И все это видела. И мы потом 7 часов ее из Питера добывали. Потому что не ходило ничего, ничего не ездило. Ну, все было. Ну, стихотворение такое, Полина. Не жар-птица в Неву обронила перо, не сошла на прохожих небесная манна. В Петербурге у нас подорвали метро рано. Телефон как змея, он ужалить готов. Сердце лопнет сейчас от малейшего звука. Позвони, хоть дыхание услышу без слов, мука. Пальцы, как не мои, длинный-длинный гудок, вечность тянет свое в исполнении сольном. Никогда еще не был я так одинок, больно. Телевизор безжалостно ходит по мне, тычет в уши, в глаза.
крики, слезы и стоны, а в душе, как стеклом по железу, лишь вне зоны. Вне зоны. Мысль превращается в слова, когда слепнешь от испуга и кругом-кругом голова, когда нет преданного друга, когда не подадут руки, когда никто не интересен, когда не крикнуть «помоги», когда тошнит от новых песен, когда оборваны шесть струн и мошкарой роятся слухи, когда давно уже не юн и смотрят искоса старухи. Мысль превращается в слова, когда безумием объяты ты слышишь, как растет трава из глаз единственного брата, когда ночей твоих кошмар впивается в неровность строчек, когда край тюремных нар ты отобьешь остатки почек, когда кружит водоворот, когда не объяснить событий, когда копаешь словно крот нору восточертевшим быте. Мысль превращается в слова, когда лишь пыль густолько тонкий, когда года летят в отвал, когда одни головоломки, когда на камне без соломки, когда в семье сплошной развал, когда идешь по самой кромке. Мысль превращается в слова.